В этом году при поддержке государства начали проводить крупные дорожно-строительные работы. Для этого была приобретена специальная тяжелая техника. Сейчас провели реконструкцию дороги на улице Тургоева и залили первый слой асфальта. Отметим, что эта улица была одной из самых проблемных в городе. Ширина дороги составляет 15-18 метров, а длина более километра. На улице Тургоева есть рынок, поэтому сделаны парковки с двух сторон дороги, сточные канавы и бордюры. Все по нормам. Дорога на улице Алдашева на рынке Актылек была расширена, установили сточные канавы и бордюры. В будущем с двух сторон дороги будут располагаться парковочные места. Раньше на этой улице были пробки, машины было ставить некуда. Но теперь дорогу расширили, стало намного удобнее приезжать на рынок. Также отремонтируем дорогу на улице Тынистанова, так как здесь находится центральная площадь, а ее общая длина составляет более 2 километров. Также заасфальтируют тротуары на территории центрального сквера. Общая длина дороги с улицы Кучукова до Дербишева составляет более 2 километров, а дороги на улицах Джамансариева и Илибаева по 1 километру. Эти улицы более оживленные и стратегически важные, поэтому, безусловно, отремонтируем их. До конца этого года в городе Каракол отремонтируют 9 километров внутренних дорог, построят 15 километров дорог и 40 километров тротуаров. Айзрек Ахматова, Нургиз Абдрахманов, Алатау 24, Иссык-Кульская область.